В Ненецком округе определили победителей регионального конкурса педагогического мастерства «Профессионал года 2017». Имена лучших в профессии объявили на торжественной церемонии в Дворце культуры «Арктика». В этом году за победу в 5 номинациях состязались 18 педагогов. О том, кто из них был удостоен наград, расскажет Ирина Нежалова. Педагогический стаж Светланы Романчук более 30 лет. Из них 23 года она работает в Доме детского творчества города Нарьян-Мара. Готовит сценарии к праздникам и сама охотно участвует во всех мероприятиях ДДТ. С 2013 года Светлана Викторовна является руководителем первого в округе отряда юных инспекторов движения. Ее воспитанники ежегодно становятся победителями регионального этапа всероссийского конкурса «Безопасное колесо» и участвуют в акциях, направленных на пропаганду правил дорожного движения. За любовь к детям, преданность своей работе и профессионализм, конкурсная комиссия признала Светлану Романчук победителем конкурса педагогического мастерства «Профессионал года 2017» в номинации «Сердце отдаю детям». И воспитанники, и родители, они все держали за меня пальцы, все меня ругали. А коллеги, я вообще хочу сказать про своих коллег, про свой коллектив. Это от техперсонала, педагоги, администрация, они вообще всегда меня поддерживают. У меня же трудная достаточно тема «Правила дорожного движения для детей». Мало того, что поддерживают, они принимают все мои безумные идеи. Мы даже в какой-то год умудрились провести новогоднее театрализованное представление по правилам дорожного движения. Получилось весело, здорово, всем понравилось. Пожалуй, самой многочисленной номинацией регионального конкурса педагогического мастерства стала номинация «Воспитать человека». В ней за победу боролись 7 финалистов. Учитель математики и информатики школы номер 2 Наталья Качанова стала призером в этой номинации, заняв 2-е место. Наталья Аркадьевна признается, в первую очередь ставила перед собой цель поучаствовать в конкурсе педагогического мастерства и приобрести для себя определенный опыт. Коллеги активно поддерживали Наталью. Вот и на церемонии награждения директор школы Александр Татьмянин поднялся на сцену, чтобы поздравить свою коллегу. Ну, у нас вообще очень дружный коллектив, добрый коллектив по отношению друг к другу. И, конечно, поддержка есть и моральная. Люди слали смс-ки, что мы за тебя волнуемся, как у тебя дела, как прошло мероприятие. Всего в региональном конкурсе педагогического мастерства «Профессионал года 2017» участвовали 18 финалистов. Это учителя школ, педагоги дополнительного образования Нарьян-Мара, поселка Искателей, села Ома, а также социально-гуманитарного колледжа и аграрно-экономического техникума. Обращаясь к участникам конкурса, глава региона Игорь Кошин еще раз отметил значимость профессии педагога. Вы знаете, мы с вами живем в очень интересное время, когда жизнь меняется практически каждый день и каждое мгновение. И эта жизнь предъявляет совершенно особые требования к вам, учителям. Вы не только должны сами меняться, вы должны еще менять, обучать и давать знания детям, за которыми стоит будущее. Победителей определяли в 5 номинациях. Награду из рук главы региона получила лучший педагог-психолог Наталья Пащенко из школы номер 1 Нарьян-Мара. Также Игорь Кошин вручил диплом участника в номинации «Руководитель года» директору школы номер 4 Вере Кременской. В номинации «Воспитать человека» лучшей признали учителя начальных классов школы номер 5 Марину Лукьянчикову. Преподавателем года стала Елена Нагатысая, преподаватель истории, истории родного края и философии Ненецкого аграрно-экономического техникума имени Волкова. Ирина Нежалова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».